Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости. Сегодня снимаю видеообзор, вступительное видео о моей работе в совместном проекте «Мой любимый Dimensions», который организовала Алла Белочка. Я уже снимала предварительное видео, предподготовку, где показывала свои наборы, которые у меня есть, которые мне хочется вышить, наборы Dimensions, и просила вас помочь мне в выборе. Ну, я как бы уже определилась сама, но вы мой выбор подтвердили. Большинство сказало, что стоит, конечно, вышивать вот этих синичек для того, чтобы создать себе зимнее настроение. Ну и вот сегодня я его себе создаю. Ну, так как, в общем-то, у нас тоже дни уже пасмурные, короткие. И для того, чтобы как бы видео не было таким скучным и блеклым, вот я положила сезонные фрукты израильские. Для меня зима в Израиле – это мандарины, хурма, очень вкусная пора такая, лимоны очень сочные. Вот. И это буквально вот то, что я сняла с своей тарелочки, которая у меня стоит постоянно на столе. То есть мы постоянно едим вот эти сезонные фрукты. Но мандарины, видите, еще, это не мандарины, это клементины называются. Ну, это такой сорт мандарин. Они еще и зеленоватыми пятнышками такие, еще не совсем оранжевые, но они очень вкусные и сладкие. Вот. Просто начало сезона, поэтому шкурка у них такая вот пятнистенькая, немножко зелененькая. А хурма, конечно, прекрасна. Она такая яркая, оранжевая и очень-очень вкусная и сочная. Так вот, сегодня я снимаю обзор этого набора, за который проголосовали большинство девочек, но многим понравились также цветы на двери. Кто-то проголосовал даже за гортензию, кто-то сказал, что надо начинать с маленького набора. Но большинство было за то, чтобы создать себе зимнее настроение. Итак, начнем. Я вскрыла набор, он был запечатан. Видите, вот его пакетик. Я разорвала. Значит, этот набор я получила в каком-то розыгрыше, я уже не помню даже в каком, очень-очень тоже давно. Видите, это российская упаковка, то есть была поставка в Россию, откуда-то из России я получила этот набор. А сам набор это 1999 года. Вот, чтобы было видно, и вот на картиночке, вот здесь, видите, написано, вот, 99 год. Но когда выпущен набор, это, я так понимаю, разработка набора, но выпущен, когда он, я не вижу. На самой пленочке не было этого. Вот я вскрыла набор, я его еще не распаковывала. Вот сейчас вместе с вами мы его будем смотреть. Значит, сначала я скажу общие данные. Этот набор называется «Синички, синицы и шишки» «Chickadees and Pinecones». Это, ну, синички и шишки. Шишки сосновые. Значит, дизайнер этого набора Сэнди Бодини. Я искала информацию о ней, значит, она работала на Dimensions, я так понимаю, где-то в самом начале, наверное, потому что многие работы серии Sunset разработаны ею, это индейцы, маяки, вот та серия, в том числе вот эти вот синички. То есть это довольно старый набор, но с удовольствием его буду вышивать. Значит, основа, которая здесь используется, это Аида 16 каунта. Кстати, в предыдущем видео я ошиблась, прошу прощения. Я сказала, что это Аида 14. Вот это Аида 16 каунта. Значит, цвет этой Аиды называется Dove Grey или Сизый голубь. Ну, то есть сизарь. Она такая сизая. Сейчас я все это покажу, конечно же. Значит, размер ткани, которая будет 28 на 46 сантиметров, а размер самой вышивки будет 18 на 36. Такая длинная вот будет панелька. Значит, вот это обложка набора. Картонка, которая сохраняла эту вышивочку. Вот, и вот мы вместе с вами смотрим, значит, ниточки, инструкция. Значит, вот ниточки на двух планшетках. Две вот такие планшетки ниток. Значит, сколько здесь получается цветов, сейчас посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать и четырнадцать, двадцать восемь. 28 цветов и отдельно еще вот такая кучка белых ниточек. Значит, вот столько ниток используется, вот таких они оттенков. Значит, много ниток сиреневого оттенка, я еще увидела это через обложку.
И мне было очень интересно, где же они используются. Я так думаю, что вот здесь вот сверху, наверное, вот видите этот угол, он такой сиреневатый. Вот здесь, наверное, используется полукрест и, наверное, большое количество сложений ниток. Посмотрим дальше уже по схеме. Когда начну отшивать, я уже более подробно расскажу. Так, вот ткань, сизокрылый голубь. Такого она размера, 16-го канта, я уже сказала. Значит, ткань довольно мягкая. Для Dimensions она не такая уж апретированная. И 16-й каунт, не 18-й. Я думаю, будет вышиваться очень даже приятно. Сегодня я ее обработаю. Вот. Что дальше? Инструкция. Инструкция со всякими разными приемами для вышивки. Иголочка. Вот одна иголочка. Схема. Бэкстича не так уж много, только на птичках, видите, бэк. Вот здесь сверху бэк на птичках. Посмотрю, схема, может быть, я увеличу. Сделаю копию и увеличу схему. Хотя, в принципе, можно и по такой вышивать. Здесь большие участки одним цветом. Можно, наверное, вышивать и по такой схеме. Так, ключ рядом со схемой, что очень удобно. Что здесь используется? Крест, полукрест, бэкстич, бленды и вот эта часть, вот эти белые клеточки, это не зашитая часть, то есть здесь не полная зашивка. Вот. Так что, в общем-то, довольно легкая работа. Блендов получается у нас, бэкстича 5 видов бэкстича. Бленды, вот они. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 блендов. Ну что ж, 10 блендов, так 10. Будем крутить бленды. Значит, буду использовать, посмотрю, наверное, попробую Верочки, которую я получила в подарок, органайзер от фирмы Дубко. Попробую на нем, попробую разместить этот ключ и буду втыкать туда прямо иголочки. Я думаю, что мне будет удобно поместиться. Да, еще вот они, бленды, вот еще два сверху не заметила. Значит, тут 10 и еще 2, итого 12 блендов. Чистых цветов меньше, чем блендов. Ну, вот в этом, наверное, вся загвоздка. Ну, ничего, попробуем. Не боги горшки обжигают, нас не испугает наш любимый Dimensions. Вот, ну, вот такой обзор набора. Вот такую картинку я хочу получить в итоге, для того, чтобы почувствовать, какая же все-таки зима. Ну, я как бы знаю, что такое зима. Я с Урала. Вот, ну, будем вышивать. Спасибо всем, кто посмотрел. Всем, кто участвует в совместном проекте и мой любимый Dimensions, всем желаю удачного пути. И я вперед. До свидания.